Впервые за века истории нашего народа на исконно казахской земле установилось государство, пользующееся абсолютной международной легитимностью. Постоянно я слежу, правительство следит за тем, чтобы создать все условия нормального развития бизнеса. Владельцев остановочных комплексов сгоняют с насиженных мест. Он прямо сказал, что дали задание вас убрать. Что значит вас убрать? Мы столько, говорю, слышим о поддержке малого бизнеса. Пытки в тюрьмах, бесправное положение мелких предпринимателей, достоверные сведения очевидцев – все это вы не увидите на официальных каналах Казахстана. Смотрите канал 16.12, и вы узнаете правду о жизни своей страны.